Чарговую прямую телефонную линию провел помощник президента Республики Беларусь, инспектор по Гродзенской области. Гэтым разом на сувязи с Иваном Лаурыновичем находились жыхары Новогрудского района. Важно проводить прямые линии не только у городах и районных центрах, але и у невеликих населенных пунктах. Гэта дозволяет эффективно вырашать проблемы у вашей сферы, яким трэба надать больше уваги, отзначил Иван Лаурынович. Пытания поступали разного характера, от добраупорядкования до атрымання жилья. Як было означено, практично все звороты, якія повинна вырашать мясцовая улада, здымаются. Часам им необходимо только подказать або накировать. А проблемы, якія потребуют умешания областной або республиканской улады, будут взяты на контроль.